Здравствуйте! Днем 17 марта, на 762-м километре трассы Р-22 Каспий, в Волгоградской области, водитель, управляя автомобилем BMW, при движении со стороны Волгограда, совершил столкновение с попутным автомобилем Hyundai Elantra, под управлением 38-летнего водителя. От удара Hyundai выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ с прицепом. В результате столкновения, водитель автомобиля Hyundai Elantra, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков. На месте аварии работают экипажи отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, а также следственно-оперативная группа отдела МВД России по Михайловке. Ведутся необходимые проверки. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 16 марта 2022 года, на российских автодорогах зарегистрировано 214 случаев ДТП. В них погибли 19 человек. Различные травмы получили 248, 34 из них – дети. Будьте внимательны на дороге, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя, всем удачи и добра!